Ребята, всем привет! Сегодня я научу вас правильно бросать мельницы с колен. У нас самбо мельницы с колен вот такого захвата чаще всего делают, ребята. Вот, отключаем ручку. Здесь за кимоно забираем. Вторую ручку на контроле держу. Видите, отключу. Вот вторая рука. Вторую руку держу здесь. Лучше всего вот так делать. Не, бывают разные варианты. Можно и отсюда дойти, но лучше вот здесь контроль. Все, заходим. Его под ногу ныряем. Голову под мышку, ребят. Здесь. И скидываем. Давайте еще раз покажу. Но есть много вариантов разных. Я еще вот так делал раньше, с одностороннего, ребят. Односторонний захват, ручку отключаем. И также ныряем здесь. Также нырнули и зашли. Сделали. Вот сегодня мы поработаем над этим броском. Если понравится, ставьте лайки, пишите комментарии. Отработку начинаем с резины. Партнер держит, вы заходите. Технически делаем правильно, как и с партнером. Ребят, взяли захват. Все, заходим. 10 раз. Вот она, резина пошла. Здесь имитируем, как будто вы подкидываете, берете за ноги противника. На два колена встаем. Плечами работаем, ребят. Видите, я плечами. Это плечо ниже, это выше. Я показываю, что скидываю противника, партнера. Все то, что делали с резиной, делаем на партнере, ребята. Взяли захват, здесь отключили ручку, вторую здесь на контроле. И заходим несколько раз. Обязательно приподнимаем. Заходим довольно быстро на взрыве. Раз, зашли, поставили. Давай с другой стороны покажу. Вот я отключил ручку, захожу. Раз. Переходим к полноценным броскам. Выполняем два варианта. Первый вариант, который я вам показал, ребят, зашли, скинули. Сами за ним не идете дальше. И второй вариант, ребята, вместе с ним кувыркаетесь. Смотрите, какой вариант. Здесь захват такой же. Здесь захват такой же. Зашли и вместе с ним кувыркнулись. Давайте еще раз покажу. Первый вариант стандартный. Здесь первый вариант стандартный. Зашли, сбросили его. Второй вариант, вместе с ним кувыркают. Все то же самое, захват тот же, просто продолжение другое, ребят. Все, ныряю и здесь вместе с ним кувыркают. Очень красивый бросок, ребят. Самый частый так делают. Ребят, никогда не забывайте, что есть основное правило. Переходим от простого к сложному.
Когда мы только начинаем изучать какой-то бросок, мы все делаем с места. А по мере совершенствования начинаем делать уже в каких-то движениях, при каких-то специальных обстоятельствах. То есть усложняем. Делаем все то, как на соревнованиях. Ребят, вот мы с места делали здесь. С места зашли, бросили, опять поменяли позицию. Зашли, бросили. Это с места. Когда уже вы научитесь, делайте это в борьбе. Он немножко двигается, партнер толкается. И вы здесь должны в этот момент зайти, сделать. Всегда усложняйте. И, во-вторых, ребята, берите разных партнеров, разных противников, разного роста, веса. Потому что, сами понимаете, с кем-то удобно бросать, с кем-то неудобно. Все, ребят, если понравилось видео, ставим лайки, подписываемся. На этом прощаемся.